Так, всем привет, друзья! 28 января 2020 года. Вот приехал пеленгас, вот он дышит. Вот, сейчас пойдет на заморозочку. У него хороший размер, вот, от 2,5 килограмм. Вот, весь дышит, да, показываю. Вот он, пеленгасик. Вот он весь. И вот еще вот тоже хороший размерчик. Вот, вот так вот он упаковывается и на такие тележки кладется, на заморозку едет. Вот еще раз показываю размер. И вот так вот он промывается перед заморозкой, обязательно промывается в воде. Вот, и вот так вот укладывается в пакетики на мокрую. Это получается как глазировочка, чик-чик-чик. И вот так вот, вот так вот все получается. Вот один, вот второй. Вот. Так что, друзья, кому интересен пеленгасик, звоните, пишите. Будем общаться.